Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Финикию Sidmer Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то лучше перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала, а не подключаться в середине просмотра. Ну и напомню, что, став спонсором канала, вы увидите все серии сразу, а не одну в день. Приятного продолжения просмотра. Ой, блин, я вообще смотрю, тут венгер не жилец, судя по всему. Где ты там смотришь? Да, даже не с нашей стороны венгер, поверь мне. Так. Один вход. А что там, ко мне с той стороны кто-то идет? Ну, скорее всего. Все может быть. Я, скорее всего, точно не жилец, потому что у меня совсем нет селитры. И вся моя надежда на фрегаты. Удать. Ну, блин, давай, конечно. Может, хотя бы пару фрегатов построить смогу. Если есть много. Давай. Это кто дает литру венгру? Перс. Перс. Окей. Да, я думаю, можно персу войну объявлять. Чё тут канителиться? Я, к сожалению, пока персу не вижу. Потому что, в принципе, от каравел в любом количестве я отобьюсь. А вот, если сейчас приплывут на фрегатах, то мне карантыш. Нет, там свой, хотя... Нужны ли мне еще рабочие? Вот в чем вопрос. Ну давайте куплю, пожалуй. Канадец, у меня к тебе ушли. О, да ты вообще крутяк. Что говоришь? Да я сказал, что ко мне караван наконец-то к тебе пошел, а потом смотрю, 4 уже каравана ко мне идет. Ну, окей. Ты крут. На чем мне с гордым государством торговать, когда Голландия рядом? Ну, Голландия не Египет все-таки. Так, ну у Англии сколько? 4 каравелки, 1 квадриремка. В принципе, не страшно пока. Это пока, верно? Ты копишь деньги? Да, как, коплю потихонечку. Посмотрим, если так, я на вынос, тогда надо будет как-то... Им, может, все-таки заплатишь денежку, нет? Не, давай пой. Я просто сейчас буду тогда уходить в оборону. У тебя и так, да, не как мощный, я хотя бы замедлю тебя для всех остальных, как там кто-то говорил. А как эта война меня замедляет?
Ну, во-первых, внимание, если ты сейчас будешь с кем-то с другой стороны воевать, я смогу там тебе... Помочь. Я не буду ни с кем с другой стороны воевать, я тебе могу сразу сказать. Кто-то там фрегаты уже строит, нет? Там строят фрегаты, чтобы венгры захватывать. Там люди своим занимаются, не волнуйся. Не, мне невыгодно еще дать платить. Так, стоп, там был еще первый посол в Антиохию, ого, по-моему. Угу. Перс, ты скопи, пожалуйста, войска на севере, если что, отбивать мои города по земле. Потому что столицу... А ты думаешь, столицу, венгр кто-то будет их оставлять, их просто уничтожат? Зачем им оставлять города? Они же отвалятся по лояльности. Ну, тогда вообще не проблема. Кстати, Курдезас, а ты там далеко от инка как-нибудь? Не хочешь на него напасть? Его города позахватывать? Да. Тут горы окружают, то есть мне только по воде с ним падать, а по воде мне нечем. По земле есть чем, но тут проход не... Зону контроля. О, плюс 10, если в городе находится. Так, слетаем, глянем, что там у Англии. Может, что поможем. А, кстати, я ж тут могу апать юниты. Голландец, это то, о чем я думаю, да? То, что я вижу. Не знаю. Не знаешь, о чем я думаю? Наверное, да. Не знаю, но предполагаю, что да. Почему бы и нет? Так, мастерская, рынок, верфь. Или разведывательное управление. Не, верфь производства. Хотя тут не так много. Давайте разведывательное. Верфь лучше, где у нас Рейна сидит. Вот здесь. Давайте мы даже здесь верфь купим, потому что 8 производства будет. Маяк. Блин, а что тут еды нету? Появилось. Так, тут бы вообще производство, наверное, в Седоне. Тоже верфь нужна. Так, что у нас здесь? Четыре урона арбалет наносит. Не, пять. Пять урона. Ну ты суров. Сможет ли мой бедный флот отбиться от этого? Как ты думаешь? Ну, одно дело отбиться, другое дело, ты же нападаешь. Смогу ли я защититься? Вот это вопрос интересный. Наверное. О, первое наводнение. Ура! Вера на клетках реки. Блин, я еще апну опять. Кстати. Так, ну не будем пока прокачивать. Вообще, улян. Может, аквакультуру? Давайте аквакультуру.
Потому что как раз здесь производства не хватает в Сидоне. Да, это я очень вовремя здесь аквакультуру взял. Давайте еще купим строителя. Дальше маяк, производство, рост. Ой, блин, Лептис Магна, какая бусечка. Просто отвал башки. Апаем. Трир бежим. Ну, не знаю, здесь... Я отправил вообще лошадь? Я хотел отправить лошадь сюда. Так... Так и так. Тут остается шахты этого чувака сюда перебрасываем. Каравелку тоже сюда. Это на лечение отправляем. Здравствуй. Ну что, далеко ты от него? Ну... Достаточно близко, на самом деле. Сейчас посмотрим, что там можно пограбить на побережье. По идее, сейчас два выстрела и могу апать каравеллу. Ну, или если ты там грабишь, то попустим мне туда пойти. О, броненос. Да ёп... А, это ангел броненос. Угу, ясно. Ну так, Венгар, ты накопил денег? Это кто спрашивает? Голландец. Блин, Венгар там вообще все дуэт, походу. Ну я как бы не вижу смысла давать какие-то деньги, если ты пришел меня завоевывать на... Сколько там? Нет, но я-то могу уплыть. 4, 6. Зачем мне тебя воевать? На 9 каравелках. Нет, это, конечно, смысла давать деньги нет, проще проиграть. Потому что это... Так оно и будет продолжаться, пока не закончится. Ну или пока ты не выйдешь. Ну да, кто мне даст выйти? Тоже верно. Тут очень напоминает прошлую нашу игру, когда я также оказался на архипелагах и тоже пошел во флот. Почти допилил Египет. Но сейчас я решил сыграть по-другому и зря. Ой, это... Блин, тут Женева на меня пошла. А я и не заметил. Почти допилил Египет. Ты штука один город захватил, или? Блин, вот не, ну рыцари... я уже подходил на фрегатах, кто к твоей столице. Больно. То есть я бы его взял. Со средневековыми стенами тоже? Ну да, в принципе. Ну, три фрегата. Ну, сейчас посмотрим. Вот как раз меня сейчас будут пилить со средневековыми стенами. Сейчас я посмотрю, да, как ну, это происходит. Тут, конечно, Сауса не берется. Да. Может, я, конечно, и... Не надо прав. Отступить. Нет, голландец, денег я тебе точно не дам. Да, немного. Намного мы не рассчитываем. Да, конечно, так не берется. Но ничего. Ничего, ничего, Инг. Лучше бы ты заплатил.
Ну, кому как, мне бы не лучше, мне кажется. Воу, сколько всяких войн сразу. Неохота с Женевой воевать. Еще надо было бы разграбить, конечно, эту гавань. Разведывательное управление завершено. Верфь бы я купил, наверное, так. Ну, да, стены дают у себя. В армии покупаем торговца. Непробиваемые, да? Ну, да, стоит. Тремя проволками атаковал сколько тебе стен? 10 единиц стен, 5 единиц здоровья. Так себе идея. Ну, мы сейчас пограбим и уплывем. Что нам еще делать? Делись как мужик. Зачем? Так, оно, конечно, купим хорошо, но верх. Отправим в посор. Ну, как бы, да. Нету... Все равно всех Алексей сделает. Тут нет. Ха-ха. Ну, что есть. Давайте так, что вы не в ту сторону воюете, ребята. А почему я их всех сделаю? Ну, он слишком далеко. По-любому. Вот вы сейчас на меня будете отвлекаться, а он вас всех захватит. Не-не-не, почему здесь отвлекаться? Подожди. Война с тобой никак меня не отвлекает от того, что я делаю в городах. В Седоне куплю. Вот так я качественно, насколько качественно. Караван? Может, на производство куда-нибудь? Ну вот увидишь. Как вообще, как я вообще голландца могу захватить? Прям даже интересно. Вот смотри, у него науки без кампусов сколько, да? И сейчас он еще в каждом городе построит кампусы полностью, совсем. И все. А вы в это время будете строить какие-то караволки, чтобы мои города атаковать? Нет, никто не строил. Все построили доехки по одному ходу, апнули их в каравелки и приплыли компенсировать затраты в производстве. У меня на весь этот ход, который ты видишь, ушел один город, который просто по одному ходу... Краечниками подходишь, да? Ты знаешь, я даже не буду уходить отсюда каравелами. Мне нравится, что ты их качаешь для меня. Я тебя буду, наоборот, под прачники подставлять еще каравел, ты не против? Все, все, давай, давай. Только ты их не двигай, ладно, чтобы они успели умереть. Хорошо, так и сделаю. Перс, у тебя есть селитра 16 штучек? Нет. А будет? Вот. Видишь, Фенгер, 115 золота. 5 золота. Приехал. Так, куда выйдем? Реформа денежного обращения? Ну, будет, да, наверное. Ты приехал зря, потому что пока ты отвлекаешься, Алексей развивается, да, и вас всех на сделал. Что я отвлекаюсь? Потому что я в городах... На меня. Кроме кампусов и театральных площадей и там промок, что-то стоит. Не пойму, а что это? Нет. Англичанин, а что это? А нафига ты мне мировое влияние даешь? А вот это уже темплей. Давайте, может, рынок все-таки построить. Это будет влиять на города государств. От городов государств будет влияние. Так, давайте, пожалуй, в Библ посажу. Здесь амбар тоже сделаю. Здесь тоже амбар. О, разрушилось. Еще одно извержение произошло. Давайте на автомат свои каравеллы эти поставлю, пускай исследуют территорию.
Не, нормально, Сидон растет, Тир, все, у меня красивые города, мне все нравится. Вот, голосование, так, торговые пути к выбранному игроку. Это мне надо. Ну и тут пофигу, честно говоря. Но для тебя тоже плюс торговый путь. О, да, ко мне прошло. Не получилось сразу. За меня проголосовал англичанин, что естественно. Этот венгр заруинил. У меня не расширяется под влиянием культуры территория, эх. Правда, куда-то расширяться уже. Англичанин, ты со своей стороны уже все пограбил у Венгрии, нет? Перс, там на севере опять он высадился. Кто? Я купил верфь. Англичанин. Я с ним не лаю, и ты ж ему объявил лайню меня. У него дохлый лайс. Ну, в принципе, да, фигня это. Да, постою. Так, а за что мне там караваны еще лишние даются? Плюс один торговый путь за правительственную площадь. А, и каждое здание, ну. Это не так, чтобы много. Угу, давайте, наверное, шпиона сделаем. Это сюда. Рабочих. Так, в Лондон. О, дипломатическая служба. Так, во-первых, два влияния, во-вторых, давайте так и так, учетные банки. Да и строителей уже можно, наверное, не делать. Центр коммерции. Нет. Давайте для промышленной зоны поставим. Вообще, знаете, что мне надо открыть? Вот, морскую традицию поставить соседство гавани, на самом деле. Там верфи у меня тогда будет кучу производства давать. Так, из армы не отправил. О, а что тут рабочий? Я случайно рабочего вместо всадника отправил территорию исследовать. Здорово. Так я не про города говорил, а про... Ну, слушайте, больно бьет. А что этот не на... Не, возрождение промышленной эры. Отойдем. Отправим лечиться. Ой, не того! Эти пускай обстреливают. Возвращаемся. Стоим. Тут отправляем в Лондон.
О, я мавзолей построил. Отлично. И Джибел Баркал построил. Ну и чё, Англия, один фрегат только у тебя получился. Сейчас у него больше будет, не волнуйся. А ты ему помогаешь ресурсами? Да. Что, весь мир против меня сговорился? Нет, ты дань платить не хочешь. Голландец. Аюшки. А там у венгра есть вообще на берегу города или все на земле? У него есть на берегу города целых раз, два, три, четыре, я вижу, но там стены я караул не беру. Я пограбил там 200 стен золота. Он мне там, конечно, наказал за это, но в сумме я приобрел больше. Плюс 4. А то первый флот себе наполнил. Не поменял, не поменял. А он еще на конгрессе подгадил. Морскую традицию, надо вот эту карточку ставить. Я знак агрессии, я вообще защищаюсь. Погавани плюс 100%. Подгадил. То есть у меня вот здесь верфь, например, 8 дает производство. Будет давать 16 для Карфагена. То есть вы хотели меня атаковать, чтобы я еще на конгрессе, да? Хорошо это все делал. Так нет, ты на конгрессе проголосовал против, ну, торговых путей улучшенных голландцев. Ну, потому что ты меня атаковал. Поэтому я атаковал. Конечно. Я канадец вообще. Я никого до этого не трогал. Ну, ты хотел торговать с голландцем? Ну, блин, это первый сосед мой. И... Блин, ну я дебил. Ну, как ты, что с управлением в этой игре? Конечно, еще они еще... Взял, подвел. Не надо торговать с агрессорами. Ой, я дебил. Я же приехал, попросил у тебя денег. Ты бы их дал, но я бы убил. Агрессорами-вымогателями. Денег. Иди заработай денег, чтоб помогаешь попрошайничать. Я зарабатываю нормально, но денег не бывает много. Благородное искусство гоп-стопа. Так и зарабатываем. Поменяем карточку. Наконец-то. Бандиты. Так, где тут? Центр, средства гавани. Канада. Вот чего ты приплыл? Тоже так. Решил поучаствовать в дележке пирога? Ну, так я ж осуждение даже кинул. Понятное дело. Но я вообще не хотел ничего трогать, а потом конгресс, я смотрю, флот первый. Надо же что-то реализовывать как-то. До этого я думал от Алексея, от его рейдов морских обороняться, он приплыл. Ну вот вас всех Алексей и убьет. Потому что вы все отвлекаетесь на прям неважные всех. Прям всех. Особенно Канаду. Канаду, да. Голландию, вот этих всех. Да. Попомните мои слова. Попомните мои слова, но будет поздно. Совершенно верно. Блин, где места? Ну давайте тут на плюс 2. Как я дебильно сдал каравеллу сейчас прокачанную, это просто трындец. А вот Вильгельмина, она вообще где находится? Где-то далеко на острове, остальные пираты. На Тартуге. На острове, да.
на материке целом. Не, ну это точно не архипелаги, я вам сразу хочу сказать. Это может быть архипелаг, действительно. Но интересная карта, по-моему, получилась, нет? Я могу сказать, что только недоволен, может быть, только голландец, англичанин, только если. Ну почему? Я недоволен, у меня вообще ужасное место. Ну, у меня тоже так себе, конечно. Нет. В плане науки ноль. Ну, в сравнении с другими вполне нормально. Ну, в этом плане там можешь. Ну, вон, кстати, посмотрите по науке, вы говорили, что я там улечу. Вот закончится героический век, и посмотрите, сколько у меня науки. Да, фрегаты даже средневековые стены не пробивают. Так, давайте здесь промышленную зону, а верфь купим. Кстати, у меня до тебя, Курдызас, добегают караваны. Сейчас я тоже открою, тут разведу путь близкий. И тоже, наверное, смогу запустить. Гуманитарная помощь. Надо шустро пшеничку грабить и убегать. Каравелла готов к повышению. Какой-то обман. Перс, зачем ты уничтожил этот лагерь? А, я просто этим Баудика решил
А что такое? Ну, видишь, я на нем золото качал. Ты сказал бы, что не это. А, я еще и два могу использовать, я и забыл, что у меня Галикарнас построен. Так, этого отправим в Амстердам. Будем шпионов на голландцы прокачивать. Голосование. А, гуманитарная помощь? Гуманитарная помощь или все? Помогите! Помогите! В этом году ты вел себя плохо. Очень нужна. Так вы же там получите тоже бонусы всякие, это же не просто так. Да нет, мы получим только победные очки, насколько я понимаю. Я вот не до конца с дип победы разобрался. Мирового влияния, 50 мирового влияния, 1 очко дип победы. Никаких золота в дополнительных удвоенных там, культурках такой цели нет. Ну, мировое влияние тоже неплохо. Ну, я согласен, да. Нет, ну я согласен это принять, если люди будут отсылать Алексею не золото, а проекты делать. Проекты, я понимаю, ничего не получают. Так там золото, по-моему, нельзя кладать, там именно что проекты надо делать. Ну, нет, можно золото. Можно золото. Причем, я так понимаю, золото дает даже больше очков, чем на проекте. Ну, мне вряд ли кто тут будет золото слать. Только если я... Ну, почему отменили? Я не успел прожать далее. Блин. Как там было? Я рассматривал. О, а вот и Окленд, блин. Так, мне сюда очень надо посла. У меня три посла есть. Значит, ставим карточку. И мне надо прям хоть туда мани посылай на самом деле. Какой у него еще задача у Окленда? Проложить торговый путь. В принципе, могу. Что, канадец, тебе тоже там дали? Да, как нужно сказать. Но у меня еще есть. Но это пока не потерял ничего. Готов, завершён, маяк. Мастерская, кампус, ну, блин. Ну, давайте тут центр коммерции, может, тут Катон построю в будущем. Я думал, у нас на ужин будет конина, а кони-то ушли. Знаменитый венгерский гуляш из конины. Финикийский. Да? А, финикийский. А ты у своего дружбана венгра узнал рецепт.
Двух арбалетчиков. Ну, ускорено вообще-то. Научная теория. Так, а что, у меня нету двух мастерских еще? Вон, наверное. Точнее, трех мастерских. Киловокисевани. Так, давайте мы что-нибудь другое откроем. Быстренько один ход карточку обратно поставим, потому что мне нужны послы. И вообще надо, может, что-то на послов пооткрывать. Вот, мне надо Окленд союзить. А чё, арбалетчики и пращники тоже ушли, да? Куда ушли? Не знаю, куда они ушли. Почему? Куда они ушли? Вот я у тебя хотел спросить, куда они ушли. Вот мне тоже интересно. Может, они никуда не уходили? Давай, не волынь, обстреливай. Давай, опыт, Галера. Ой, каравелл. Так. О, ускорил. Нет, не ускорил. Не, ускорил. Прямые паруса откроем. Караваны откуда бегают? Сколько у меня городов вообще? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть восемь караванов должно быть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Отлично. Ну а Сейстира тогда... Что тут? А никакой город-государство, караван не... О, Окленд хочет, отлично. Так. Окленд надо союзить. Блин, и Амани там сидит у него. Давай я туда Амани отправлю. А, я еще ее не взял. Вот я ее возьму и отправлю в Окленд. Это очень важный город. И очень жалко, что ее поздно... Первое в мире. А я первый совершил кругосветное путешествие. Хвалите меня. Ура! А вот в этих вот мировых ресурсах пока не ресурсы торговли. Не слышно, что ты спрашиваешь. Я говорю, в мировых ресурсах же показываются ресурсы от торговли. Да. А, видимо, нет, потому что я у Лёши не вижу сахара, а я ему сахар отправляю. А, в этом плане? Ну да. Ну не, там не совсем не до конца удобно, в общем, сделано. Ну, надо национализм открывать и брать. Амани в Окленд.
культизацию, смотрите. А чё там, как дела с венгром? Ну реально, даже фрегатом стены так себе пробиваются. Стены не берутся, но... Я свой кусок золота урвал и убил. А что за кусок золота? Разграбленные гавани, например. По 115 золотых каждая. А, ну да. Приятно. Собственно говоря, короче, кончится, знаете, чем кончится? Что его перс захватит просто, вот и все. Как вариант. Ну там просто... Я вот тремя каравеллами проатаковал, я снял вообще ни о чем. При этом каравеллы убились до желтого. Ну я ж, если что, могу уплыть? Нет? Так, беру-то в Лондон бегало. Опять ремонтируем все. Да, ну тут мне, конечно, еще вулкан наваливает всякого вкусного. Блин, Инк, тебя варварский фрегат обстреливает. Прикол. О, что за шоколадный? Шоколадные холмы у перса. Там перс в шоколаде обмазывается. Ага. Ты шоколадный заяц. Ты ласковый мерзавец. Ты сладкий на все 100. Я всеми юнитами походил. Так, отложим тогда. Проверка, во-первых, городов. Давайте-ка на производство лучше. Здесь. Ого. Давайте в очередь амбар тут есть. Вообще акведук надо тут построить. Где? Вот здесь. Так, дальше. Здесь пока рост, нормально. Давайте в очередь амбар. Еще за производство пускай будет. Ну, все, проверили. Слушай, Инк, давай ты не будешь в конце хода обстреливать мою каравеллу. Как тебе такое предложение? Да я только заметил, что конец хода. Ладно, поехали тут обратно. Пора этих коров уже убирать и коммерческий район ставить, я думаю. Здесь производственный район. Сейчас вот эту рыбку надо обработать. Какие у нас еще клетки не выкуплены, нужные мне. Да все, в принципе. Вот еще рыба. Так, рыба в армии. Краба купим. Да, науку надо как-то поправлять. Честно скажем. Амбар.
Здесь нехватка счастья. Не, ну темпломайор тут нету смысла строить. Давайте рынок, пускай деньги капают. Рынок. Рабочих мне тоже уже не надо. У меня, кстати, наверное, скорее всего, несчастье от... А, нет. Нету из-за войны. Так, ну надо поторговать, наверное, тогда с кем-нибудь. Ребят, есть черепахи и мрамор. Кто хочет торговать? Курбезаса. Апельсины и виноград. О. Курдезас кинул предложение, глянь. Уже принял. А, Венгар, а ты не воспользовался еще ни разу своей этой способностью, там, юниты города-государства, апнуть их? Нет. Так, сейчас я беру Амани и отправляю в Окленд. Мне Окленд кучу производства даст просто. Может попересаживать лян, например, с Магнусом и тут обработать все. Хорошее. Правда, когда я уберу лян отсюда, тут производство уйдет. Да, конечно. Так, давайте берему вернем домой. А, не, вот сюда. Так, а сколько у меня вообще... Осталось этих одна. А. Кстати, она морские клетки, я смотрю, извержение не действует. Ясно. Ух ты, 3 урона. Это серьезная заявочка. Да, знаете что? Поменяю местами. Магнуса и Лян. Так, значит, Амани назначаем в Окленд. Лян в Тир. Магнуса в Сидон. Тут пока стоим. Намбар завершен. Видите, пропало производство с этих клеток, да? Венецианский арсенал. Отлично. Строим, конечно. Развлекательный комплекс, театральная площадь. Давайте вот тут. Театралочку. Так, я могу корпуса делать. Но мы пока в урбанизацию пойдем. А, ремансер, а когда там у тебя паузу надо будет делать? Она высветится где-то через... Ой, не слышно ничего. Опять чайник поставил. Конечно. Я предупрежу. Голландец. Что за шпиона хочешь?
сейчас. Так, ну вот получается тремя фрегатами берутся города со стенами, со средневековыми. А что, они до этого двумя нападали, что ли? Ну да, двумя не очень хорошо получается. Можно отбиваться. Фрегатов 6 делаю хотя бы, чтобы нападать. Так один побьют, его уводишь. Там приходится другие подводить. Ну, как Алексей, ты сам говорил, такую сумму золота шпион быстро восстановит. Я говорил, что 700 золота быстро восстановится? Да, да, это было в партии соло. Не, давай 400. Слушайте, тогда предлагал 500 золота арабу, который не имел такого количества голды, как у тебя. Когда тогда? Я не понимаю, почему мы сейчас играем в какую-то другую игру? Нет, ну, сколько же шпионов дают? Ой, подожди, подожди, стой, голландец, подожди, я тебе, по-моему, случайно 700 отправил опять? Не принимай. Нет, ты отправил... Нет, ты мне отправил 400, а я предлагаю тебе 500, ни тебе, ни мне. А, ну давай. Ну и союз продлеваем, да? Конечно. Я не вижу смысла нам воевать. А со мной ты с канадцами собираешься продлевать? С канадцами у меня продлен союз уже. А, все, вижу, прости. Полминуты назад не видел. Союз с англичанином. Бежим домой. Так. Принимаю сделку. Выслал дружбу. Англичанин дружбу предлагает тоже. Давайте попробуем у Мали тырить денюжки. Ой. Так, давайте-ка из Сидона будем отправлять на производство. Здесь апнем Равеллу. Торговца. Торговца. Здесь верфь надо купить. И монумент. После монумента давайте, наверное, театралочку вот сюда. А здесь после Тадж-Махала... А, не хватает жителей. Блин, тут кампус нужен. Уплываем отсюда. Не любит нас здесь. О! Кстати, инк. Инк не в золотом. Значит, караваны грабятся. Это здорово. Ой. А вот это
Неприятно. И откуда, интересно, эти варвары? Хрен знает, на самом деле. Так, тут ждем, когда Магнус приедет. Можно расти. Фабрика. Нет, фабрику давайте здесь. Так. Что с углем? Раз уголь. Два уголь. Три уголь. Отлично. Угля до жопы, я так понимаю. Извините за вульгарное... За вульгарную радость. Завершёнок ведук. Ну тут фабрику, я думаю, нету. Анкорват. Давайте шпиона построим. Да, вот это сейчас мне будут грабить будет. Не очень классненько. Вообще, вообще не классненько. Так, следим за караванами инка. Просто непонятно, куда они, в какую сторону плывут, поэтому... Варвар меня обстреливает. Нет, венецианский арсенал, нет. Канадец венецианский арсенал построил. Канадец, это ты прыгаешь к твоей уши, или она просто перезрелена, и тебе война убила? Боже, собака на улице воет. Второе. Так, фабрику. Этот, как его, господи, перс, у тебя есть деньги? Ну, есть 200, а что? Можешь мне дать 160? Это кому и... Это венгру. А что ты сделаешь-то? Не, помогу твоим, поднасру твоим врагам, во. Надя. Засюзеренил. Так, а у меня с кем война? Только с Кабулом? Блин, венецианский арсенал. Меня зовут очень жалко. Всех-то. У тебя. А вот через 5 минут. Через 5 минут. Так может сейчас давай ты перегрузишься? Поставим паузу. Что, давайте тогда паузу поставьте. Ставлю паузу. Так, давайте. Ну да, и как обычно со стратегическими ресурсами, конечно. В этом дополнении это прям такая просто основная вещь, потому что надо они очень интересно каперы раскидываются. Даже при... Надо ставить карточку на каперы. Баланс на старте. Хотя не знаю, влияет он на это, нет?
Ну, балансный старт, я как понял, это только что у тебя около столицы будут лошади и железо. Это единственное, и все. Все остальное. Это как и в пятерке было. А у меня вот около столицы, ну, на моем острове вообще железо нет. Поэтому я... В смысле, Лен? Венгар, у тебя как раз железо около столицы, ты чё? Нет, это не Венгар. Нет, это канадец. А-а. Просто при существующей системе, при такой зависимости от стратегических ресурсов, и чтобы они так были редко раскиданы, это... Ну, это просто сразу кто-то вылетает. Ну, видимо, рассчитано на торговлю, на какую-то, они же по-другому считают. Ну... Зачем торговать, если можно воевать? А чё Лёше решили не помогать-то? Не помогать с чем? Вот ты проснулся-то, а? Ну, у меня только сейчас показало. Вербовка партизан. Плотина. Давайте плотину. Хотя... Ладно, плотину. Торговец. Алексей, а твои вообще каравеллы можно замочить? Нет? Почему у него такая сила нереальная? 84 флот, что ли? Ты что, не видишь, что это флот, да, армада? Блин. Не заметил, да? Не заметил. Ну, вон рядом не флот стоит, а такую вторую. Так, сейчас, перс, деньги я тебе отдал. 4. Вот, смотри, они у меня города не убивают, захватывают. Так что, если хотел в мою сторону расширяться, это самое время это сделать. Не, это ну надо ставить, надо ставить. Так, сюда ладно, я... здесь все со мной понятно, пойду я спать. Так, Окленд стал моим сюзереном. И скажешь, никто не против. Держать его так. Там же производство. Понятно. Нет, спасибо за игру. Да, вам спасибо. Давай только давай в начале следующего хода только. На этом пока все. Продолжение партии за Финикию спонсоры могут уже сейчас посмотреть, а все остальные увидят завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!